Ну что ж, друзья, признаться вам честно, мы очень соскучились. Я вот единственное хочу верить, что вы тоже, хотя прошло не так уж и много времени, но мы реально не сдержались. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию Колеса Фортуны Forza Horizon 5, и сегодня со мной вновь Ярослав. Здорово! Хотя не надо представлять, ты уже как-то... Чё? Да не, ничего, все взял, испортил, хотел красиво, там, может, как-то, знаешь, Жунотович, там, придумай что-то еще. Друзья, давайте так, вот честно, давайте честно. Вот... Кто рад тому, что мы не через год вернулись, и вообще в целом, вот там, типа, ну, Forza никогда не доест, все это, ну, как бы, само собой. Вот реально, вот, ну, соскучились немножечко. Если это так, то поддержите лайком, мы просто поймем все и будем хотя бы, знаете, ну, не будем пропадать, да, там, на год, на полгода, вот это вот все. Не дело, не дело. Но самое главное, знаешь, вот давай вот так вот, вот даже если кто-то, ну, представим, чисто в теории соскучился, ой, наоборот, не соскучился, у нас сегодня пиздец планируется. Расскажешь вообще, что к чему? Ну, сегодня, так сказать, прислушались, как всегда, в принципе. Мы не успели, это звучит странно, но мы реально не успели, мы пробовали очень много чего, ну, типа там, нововведения же всякие были, но вот это мы не успели сделать, и мы решили... А, вот... ты про прошлую неделю говоришь? Я про прошлый месяц, блядь, говорил, не то, что неделю, блядь. Короче, дерби, вот то, что из комментариев там писали много раз. Да, было. Вот у нас есть тут кружочек вот такой вот маленький самый. Ой, это будет пиздец, и задача вытолкать одного и другого. Ну, в смысле, один другого, точнее. Ну, давай, знаешь, сразу подметим, что в комментариях была идея, чтобы мы включили симуляцию повреждений. Ну, так это Forza же ничего не дает, по факту. Да, а и Forza мы как бы... Forza же немножко не та игра. Да-да-да, и просто суть будет в том, что если мы включим симуляцию, тачка там после двух ударов будет ехать медленно, и это будет бесконечно, мне кажется, длиться, мы будем просто на малых скоростях толкаться. А тут да, задача да. будет в том, чтобы вытолкать, то есть кто вот этот вот за круг, короче, полностью, да, то есть четыре колеса должно покинуть это самое, правильно, да? Угу. Ну, да. Мы это обсудим чуть позже. Вообще у нас сегодня полуклассика получается. Гонка, дрифт и дерби. Блять, дерби, Forza Horizon. Да. Пиздец. Звучит еще очень жестко. Самое главное, просто какую машину сюда брать, потому что непонятно. Я тоже не понял, ну, как бы это очень странно. Ну что, я готов крутить. Вроде давай. Как, наверное, там подарочки от Forza, за то, что нам мы как бы немножечко подсутствовали. А, слушай, подожди, смотри. А, тут у меня есть супервелоспины, я их буду крутить. Давай, супер, давай. Все, значит, начинаем. Три машины. Дрифт, гонка, у нас классика, соответственно, привод... Блять, что? Угу, я понял. Хорошо. А мы это не считаем же, да? Можно я озвучу? Ну вот не считаем. Ну тут выпал... Ну, с виду это прям баги, но написано Ford Bronco. Тут какая-то переделка. А, ну который вот это... Ну это баги, да? Экспедиция. Ну это да, баги, да. Да, такое. Нет, подожди, какой экспедиции? Нет, не, ты не имеешь в виду тот, который такой... Не тот? Нет, тот-то не баги. А, это прям баги какой-то. Видимо, несколько. Ну ладно, так вот, так, ну, значит, слушай, сегодня классика, хороший, максимум 2 балла за интуицию, привод не меняем, ну все, да. В общем, в старых добрых традициях. О, все так... машинки у меня есть. У меня внутри ощущение, сука, как будто у нас реально год уже не было, блядь. Да а, подожди, а почему при этом джип Trailcat мы считаем, если он тоже похож на баги? Или мы его не считаем? Так мы его вроде как, ну... Вообще, знаем. Вот на будущее мы его считаем, ну чисто в теории, допустим, вот так вот. Ну блин... Ну говори, мы говори. Мы говоришь, что считаем те машины, которые может быть в принципе на дороге, вроде как. Ну правильно? Вообще да, да, да. И, значит, а, то есть Ариэль можно встретить на дороге, получается. Ну, в теории, ну почему? Погоночную. Я не знаю, как же ты решаешь? Ну, а как это? Может, должно быть одинаковое это самое, ну, мнение, так скажем, на этот счет, нет? Ладно, ну, типа, Trailcat это самое. Считаем или нет? Давай просто на всякий случай обсудим. Давай, да. Хорошо. А, я предлагаю дерби напоследок. Ну, типа, это самое уже, такое, да, да, жесткое. Я отправляюсь на гоночку или дрифт? Давай, наверное, гоночку. Гоночку. Ну, да. Давай гоночку. У меня набор, ну, у тебя, как бы, я так понял, хороший, да? У меня набор, я... очень специфический, очень специфический. У меня хороший набор, но... Не знаю, как он себя покажет, этим бы так. Блять, ну я, наверное, выберу такое, особо-то, в принципе, тут вариантов-то и нет. Я уже разучился, все настроение. Я тоже, да. Согласись, ощущение, как будто, ну, типа, давно не было. Почему-то, я не знаю, вот как будто. Я вот очень соскучился. Причем Ярик мне, когда ты мне пару дней назад. Нет, больше даже, неделю назад писал, типа, может, это форзочка. Говорю, да блин, наверное, ребята. Ребятам, наверное, уже достало, что мы постоянно уже тут и месяц, и все. Ну, ребят, реально, все зависит от вас. Нам очень нравится. Прям пиздец, как нравится. Ну что, я рассказываю? Давай. Знаешь, смотри, машина,
Конкретно, бля, это же реально, бля, как будто, сука, ну, блин, давно не было этого. Сука, подряд вроде херачили, а что-то как-то непривычно. А, имеет несколько поколений, конкретно это мы не видели, скорее, в силу возраста нашего с тобой, в силу возраста машины. Хотя, может быть, я и видал, ты, наверное, вряд ли. А, соответственно, есть нынешнее поколение, выпускается до сих пор. Какое-то из поколений можно встречать на улицах нашего города, марка тоже встречается. У меня, ну, типа, бля, какая-то версия, может быть, это, кстати, в то время была заряжена, я не могу, к сожалению или к счастью, утверждать. Есть буква R, и это 80-е года. Что-то интересное, да? Что-то непонятное, что-то очень странное. Машинки катаются, так понимаю, да? Машинки катаются, говорю, другое поколение, ты можешь даже в городе встретить, выйдешь, скорее всего, увидишь. А-а-а, даже конкретно так. Этой машины, да. А, ни одной настройки нет? Что, блядь? Подожди, в смысле? Что, блядь? Ой, ну смотри. Бля, весело начинаю, весело. Больше всего подходит, естественно, сюда фордец. Но в то фордец? Же время и Шевроле. А, Форд. Ты думаешь, фордец. О, фордец. Фордец. Ну, какой-нибудь хорошо. Первый... А, 80-е годы, говоришь? Ну, да. Ага, получается 80-е так. Годы. А, тут совсем пизда, да? Ну, по-моему, так, по моему личному опыту, тоже фокус 90-х выше. Может, и нет. Тоже фокус. Фокус, а, что? Какой-нибудь раздвесит, но они не катаются, правильно, правильно. Какой-нибудь эскорт, они не катаются, правильно, правильно. Что еще есть такого? А, какой-нибудь... Это, если что, сейчас я показал не про то, что у меня на экране, а про другое кое-что, ну ладно. Ренаут, по типу какого-нибудь клиента. Ренаут, говоришь? Слушай, а тут у меня какой-то свап сейчас планируется, вот я думаю. Или Мигдаль. Шестнарь, блядь, или... Ладно, подожди, так, что поставить-то? Не, вот этот... Мне кажется, вот этот лучше поставить, хуй знает. Мне кажется, у него тюнинга или хуйня. Я, походу, буду сам делать настройку, кстати. Я тоже. А, то есть у тебя... Подожди, то есть у тебя... А, то есть у тебя... ну ладно. Это такая интересная гонка планируется. Я тебе потом расскажу, почему. Но это, на самом деле, в принципе, очевидно. Хотя... Сколько рейтинг? Что ты там? Это сейчас... X-класс сделал? Подожди, чего? Серьезно? Она... Понял. Плохо или хорошо? Подожди, а если сейчас... Я просто... Я... Ребят, я должен экспериментировать в этом случае. Я должен экспериментировать. Ясно, другой двигатель ставит. Так, так, подожди. А, мне кажется, тут поинтереснее будет, кстати. А, то есть... А, мощно... А, ну так что? Может, вопросы так, какие-то? Так, я что-то забыл, что я угадываю это вообще. Да, ты вообще-то угадываешь. Букву Эрцкал, Эрцкал, да? Не дай. Да, Ford D100, пожалуй. Выпал несколько поколений. Ты же видел в городе, да, он скатается? Ну да, так он вчера катался на нем. А, да? Красава. Так. Короче, давай будет, я думаю, что... Я так и не понял, что из этого лучше, но... Типа, вот нынешнее поколение катается, правильно? Да, можно увидеть. Не, подожди, а смысле, нынешнее не знаю. Ну, какое-то из. Вот из последних я не ручаюсь тебе сказать, что прям вот можно самый последний. Я, честно, не помню, что там у них. Вот что-то мне, вот хочется мне сказать почему-то, наверное, все-таки не Форд, а Рено. Опа, наверное. Ну ты вспомнил марочку. А, хотя подожди, а если... Какая марка-то интересная? Какой-нибудь там у тебя Мустанг. Нихуя. Какой-нибудь старый. Натуре, ты там какая-нибудь, у тебя версия там какая-нибудь. Какая-нибудь там дебил эдишн. Да, да, дебил эдишн. Мустанг. Сейчас, подожди, Мустанг или какой-нибудь Рено Клио? Мустанг дебил эдишн. Ну давай будет, наверное. Ну, как к чему ты склоняешься? Для души или для проекта? Что? Поспечатай тачку. Пускай будет. Ну давай, давай еще что-нибудь, давай еще что-нибудь подскажу. Мне прям в кайф, знаешь? Тебе нравится, нравится, нравится вообще, нет? Блять, вообще похуй. Вообще похуй, прям. Ну как-то, абсолютно... блядь, по хуям, да, вот реально, вот прям, ну, типа, ну, не голышом, блядь, не пустошом. А блядь. Вот твоя вот эта заряженная версия специфичная, она тебе больше нравится, чем обычная? Вообще похуй. Похуй, да? Да, я вообще не знаю, может, это не заряженная версия, тут какие-то непонятные... Короче, пускай будет Ford Mustang, какой-нибудь там друг есть. Да, вот тебе пообщался с тобой, называется, да, то есть ты решил тебе это на правильное... Ну ладно, не, так, я ничего не говорю. Не, в смысле, подожди. Не, я молчу. Молчу. Вот все, я что, ничего не говорил. Я вообще, может, шутил. Может, ты угадал вообще. Да, это Ford Mustang, все. Все. Вот нет, ну ты уверен, да? Я просто, чтобы опять же, меня нет. Да? Я потом не был. Да, точно, да? Да? Прям вот стопудово. Бля, вообще прям по факту. Бля, какое же у меня уёбище, бля. Какой у меня рейтинг маленький. А почему ты там вот Рено, я... там Шевроле, ну ладно. Так, ты рассказ про свой? Ты точно, да, определился, все? Ну, я думаю, да. Что-то мне не очень нравится настройка, на самом деле, ну ладно. А мне вообще не нравится все, что происходит на моем экране. Короче, минут 10, блядь. Слухаешь?
Ай, блядь, слухаю. А, последний... Сколько, подожди, сейчас, извините. Подожди, так лучше ничего не ставить? Почему так бампер влияет, я не понимаю. Что, блядь? Как может скорость на 0,5 очков упасть за счет спойлера, блядь? Понял. Да, слушаю. Последние 10 лет именно эту... У меня заряженная версия есть, менее заряженная версия, есть обычная версия. Я могу выехать? Самая заряженная, да, можешь выезжать, я пока у себя... Так, ты видел эту машину? Я видел эту машину. Я ручаюсь только за то, что видели мы с тобой либо обычную, либо чуть заряженную. Супер заряженную, я думаю, ни ты, ни я не видел. Так, ну хорошо, у тебя супер заряженная. У меня прям бомба. Бимбо, да, коробка работает как хуй пойми что, ну ладно. Ну, не сказать, что мы машины марки этой встречаем часто, но, в принципе, при желании можно встретить. Ага. Ну, типа, давай будет буква G. Чего? G, которая как что? G, которая как этот, G. Которая никак? Не J. Ага, G. G? Да которая G. Да я понял, подожди, ну и чё? Дальше вот. Что? Чё ты хочешь? Так, G, это получается наш Jaguar Lamborghini. Так, подожди, а то... Так, подожди, настройку сам на Huracan бы ты не делал какой-нибудь, да? А какие года ещё раз, десятые, да? Последние 10 лет. А, последние 10 лет. Так, ну смотри, ну вряд ли это Lambo, что ты сам настройку делал. Соответственно, у нас остается Jaguar. Соответственно, у нас остается Додге, кстати, Додге, Додге какой-нибудь. Слушай. Это с которой это, что ли, собака? Да, 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 именно она, псина сутулая. Слушай, давай, Ягуар или Додж, блядь, Ягуар какой-нибудь с FRE, вот этот F-Type, блядь, E-Type, I-Pace, блядь, Ягуар или Додж. Так, слушай, а смотри, вот так вот чисто в теории, вообще марку, вот мы выйдем в город, можно увидеть? А, поколений сколько? А поколений есть. Есть? Угу. Слушай, ну боюсь тогда сказать, наверное, это Додж. Угу. Какой-нибудь ты там намудрил. Интересно, какой. Слушай, наверное... Какой-то, походу, типа заднеприводный, какой-то сам настройка. Какой-то, да. Так, какой Додж? А хотя нет, подожди, а что если тебе выпали все какие-нибудь сувчики? И ты решил взять или два сувчика? Слушай, а пусть у тебя будет... Бля, какая вероятность, что у тебя Дуранго как раз-таки? Ха! Давай Дуранго скажу. Я сегодня Дуранго? Экспериментальный пацанчик, да? Значит, у нас получается Ford Mustang против Dodge Durango, я правильно понимаю тебя? Да. Я тебя услышал, правильно? Да, на созвоне у нас или как? Да, 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 да. Я выезжаю, создавай. Я хорошо. Значит, Ford Mustang против Dodge Durango. Черт возьми. Yes, после возвращения колеса Фортуны, бля, ну если честно, это будет... Я не знаю, ну я тебя могу поздравить с победой. Хочешь так сразу? Ну... Ну, прям вот я почему-то уверен. У меня, конечно... Наверное, да. У меня рейтинг ёбнутый почему-то получился, но едет она отвратительно, блядь, эта машина. Просто ужасно. Ну, реально конюх, что ли? Всё-таки, что там? У меня вариантов особо не было, поэтому... Надеюсь, что это самое. Подожди, а по итогу-то... А, ты же нас сосал последний раз. Ха, тебе надо выигрывать. Хуясь, у него колёса передние, блядь, ёбнутый. Сколько у тебя рейтинг-то вообще? 800 что-то там, блядь. У меня 894. Не, у меня поменьше. Но у меня неоправданно. Скажу так, рейтинг на 800 с чем-то едет на 500. Что это, блядь? Ах ты! Ой, какашка, а! Ну, слушай, как хорошо, что я на Додге-то остановился, а? Так, а? А, ну, по одному баллу. Да, 1-1. Слушай, ну ты о Фиесте на это вряд ли подумал, да? Фиесте, она просто... Фиеста... Фиеста 81-го года. XR2 у нее название, не знаю, наверное, это какая-то там, типа, версия. А я даже не знал, что такая есть. Но... Так, кто шлифует дольше, передом или жопой называется? Бля, какая... Вот смотри, если я тебя выиграю, вот давай сразу что-нибудь вот просто вот, ну... Наказание? Ну, типа, да, потому что, ну, как бы, тебе просто ты не имеешь права. Я понимаю, что тебе сложно там на заднем приводе, но... Ну, это корова. Корова? Корова, да. А, короче, на боком проходить, я понял. Подожди, кстати, подожди, стоп. Я же там катался, сейчас дождь шел. Не, ну ты на самом деле Фиесту тут зря. Подожди. Она ну ты понимаешь, что она четвертую передачу роет мордой, блядь? И пятую, как бы, при желании. Подожди, пока непонятно. Пока непоняточка? Ну, на скорости он едет хорошо, более-менее. Бля, слушай, подожди, кстати. Что-то... Так, главное, не мой поворот, любимый. Блять, а ее так выносит, на шестой шлифую еще. Повороте.
Ты как там? А, он рулится, нифига. Чего? Блять, нахуй ты это узнал? Более-менее рулится. Раньше времени. Как там дерево? Не поймал? Не-не-не. Хуя там тебя как шлюху, блять, бросает. Ладно. Ай, блять! Что-то я... Ладно, бачку. Нет. Давай. Ну выпрямляйся, сука. Это на сликах, блять. Давай. Фиеста! Пацаны, лайкос! Это твоя любимая машина, это сегодня любимая машина, которая... Так, хуйня. Крутышки или кочевники, я не понял. Крутышки. Не-не, кочевники. Бля, вот это мясо, нахуй. Я прям аккуратненько, я прям, знаешь, лишний я раз не давлю. Я тоже стараюсь, чтобы у нее не шлифовала морда, потому что это бесполезно, как бы. Слушай, ну она тоже рулится, когда цепляется, она рулится нормально. Бля, ну что ж ты уходишь от меня, а? Ты в поворотах лучше, мальчик. Ну он капец тяжелый ощущается. Бля, у меня легкая, сука, и она не может так. Подожди, а ты тут как на рисках, блядь? Слушай, ну это такая, знаешь ли, одна из самых напряженных гонок, потому что как бы вроде ты впереди. Блядь, чуть дерево не убрался. Блядь, убрался? Нет, она на три колеса, по-моему, встала, я пересмотрю потом этот момент, но что-то пошло не по плану. Ну, блядь, ну это было, блядь, а как ты так, тут? Подожди. Бля, я про демона вообще не подумал. Нет, стоп, блядь, чуть дом не поймал. Такие поворотики, блядь, опасненькие. Ну, для меня это пиздец. Я лучше боком бы проходил, чем вот так вот, как я прохожу. Ну, сука, ну, блядь, всё. Он реально очень тяжёлый почему-то ощущается. То есть нормально рулится, но блядь... Ну, ты уебёшься? Да не бись, пожалуйста. Ну, прямая уже. Ну, куда ты? Ну, зачем? Ну, типа, постанова будет такая. Ну, может, не... Ну, давай, ебись сюда. Не хочу. Блядь, ну я держался героем, нахуй. Нормально. Особенно поначалу, потом, конечно, подсосало под ложечкой, но, блядь, ладно. Не, ну вот если бы у тебя что-нибудь было немножко получше, блядь, наверное... Ну, ты понимаешь, знаешь, что мне выпало, как бы? Ну, что я Фиесту, блядь, взял для гонки, как бы. Блядь, особо много не было. Ладно, 2-1, я не спорю. Здесь хотя бы для дрифта задний привод. У меня? Ну, давай. Со временем... Подожди, а что у меня, кстати, для дрифта? Вот интересный вопрос. Блять, у меня там, конечно... Не знаю, может быть, я ошибусь вообще в выборе автомобилей для всех этих дисциплин. Не знаю, может, я изначально надо было по-другому это все как-то представить себе. Ну, хорошо, как есть, так есть. Значит, рассказываю. Точнее, гараж. Давай. Смотри, машин, значит, такая интересная, да, у меня? Ну, несколько поколений, сразу скажу. Наверное, вот конкретно это... Ну, я видал, за тебя не могу ручаться. Ну, другие поколения ты точно видел, и я тоже видел. А, значит, у меня какая там версия вообще? Заряженная, незаряженная? Ну, точно есть заряженная, незаряженная. Вот у меня, ну, типа заряженная получается. Что-то типа того. Вот, соответственно, несколько поколений. Это у нас года, сейчас скажу, какие. Это у нас... Кстати, а может, я ее и не видел в реальной жизни даже? Что я сейчас так задумался, так уверенно сказал. А, слушай, а это у нас 70-е, 80-е вновь нас преследуют примерно в этом диапазоне. Значит, машина, ну, где-нибудь на выставках, можно ее, наверное, встретить вполне себе. А, марка катается. Так, какую бы тебе букву назвать-то? Слушай, ты мне букву назовешь. А давай это в этот раз будет буковка... Ну-ка. Чтоб тебя так сейчас запутать-то. А-а-а! Ну, есть тут одна. Есть. Точно? Есть. Да. Вот и буковка эта. Ну, удиви. Ну, подожди сейчас. Я готовлюсь просто как-то вот так, знаешь, специфически подойти к этому вопросу. Ну, пусть будет буковка Си. Какая? Сися. Да. Именно она. А поколений много, да? Поколений, ну, имеется такое, да. Ага. Угу. Ну, ты хотя бы одно следующее видел? Я же говорю, да, по-любому из нас кто-то видел это поколение. Угу. Ну, в смысле, фу, не это, а какое-то. Так, что у нас по дрифту? Какое-то поколение, значит, да? Ох, какая мощь, блядь. И у тебя, типа, она заряженная, да, прям? Ну, типа, какая-то такая модификация, ну, я так понимаю, что да, есть такое. Ну, так, давай, подожди, я не буду... Не а в городе катаются? Марк-то? Да. Бывает такое, да? Давай пойдем прям по максимально по классике. Ну-ка, блядь, давай. Шевроле. Камаро или Корвет? Камаро или Корвет? Наверное, Камарик будет. Шевроле Камаро. Шевроле Камаро. А какая там версия могла быть интересна в 70-х? А хуй его знает, да там, блядь, ну что-то придумали, да, думаешь? Да, что только там не сделали. Тогда и секса не было, как говорится, тогда. Да там что-то там... Нет, да там все было. Слушай, ну поговорю, что не было. Эх, окунуться бы туда, как говорится. Ты что-то рос в это время, красавчик. Да, блядь, ну тихо. А, спалился? Давай, все, ну тихо, все, 9 января у меня день рождения был, никто не знает, сколько мне на самом деле лет. Извиняюсь. Значит,
Ну, Шевроле Камаро, ты реально так уверен, да? Вот? Да, да. Mm-hmm. Может, конечно, Корвет, ну похер, один балл как бы нормально. Даже поебал, да, согласен, можно и поебал. Так, вот это или вот это? Да, интересно, звучит... у них раскраски, пиздец, разнообразие, блядь. Я выезжаю? Звучит вроде как нормально. Сейчас, подожди. Выезжаю или что? Ну, алло. Выезжай, да, выезжай. Короче, слушаешь? Так, а счет 2-1, да, в твою пользу? Да, 2-1 в мою пользу. Я слушаешь, выехал. Слушаешь? Да-да-да, слушаю внимательно. А машина у меня прямо, ну, такая, знаешь, скажем так, немножко необычная. Вот. Необычная. Я ее не видел. 50-е, 60-е года. Ебанулся, что ли? Подходит, блядь, наверное, каждый день больше всего. Я больше, как бы, нигде не представляю. Вот. Марка у нас, в принципе, тается. Букву сразу вот. Можно вступим. Ой, какую себе буковку бы сказать? А поколение интересно. Не знаешь или знаешь? Поколение нет. Что более чем нет. Вот, буковка, давай я скажу, знаешь, как? Сейчас скажу, придумаю. Тоже, да, хочешь меня удивить? Да, вот я тут... Специфическое на что-то, да? Пусть у тебя будет буква... Это у тебя она будет. Не путай берега. Ну так и что там? Ну что, ну давай, давай, ну. Сейчас свою R назовешь. М. Ну так BMW из сета получается. Хочешь так? Ну подожди, хотя ладно, ладно, ну погорячился, может. Давай, давай, давай. Не, ну либо это Мерс старый, либо это BMW из сета, именно поэтому ты там угарнул, потому что как бы такое уже бывало у меня. Ты не видел, я не видел. Какие там годики-то? Геймпад упал. Какие годики? 50-60. Ну пусть и с это будет. Она какого, я правда не помню. Бля, можно? Я уже назвал, я просто гляну. Сейчас я лоханулся или нет. BMW с какого на года? Я выезжаю. 57-й. Так, да. Ой, дождик на улице. Так, слушай, а может тот ебанем, который красивый-то? Помнишь? Который прям хорошенький. Ну давай! Давай! Классики. Ну. Легендарный. Ну давай. Ну чё ты это ломаешься-то? Лидирует ну, и ломается, чё? А? Не лидирует и ломается. Ну ты пиздатый дрифт, многие заценили, и нам понравилось. Не хочешь? Ну давай, давай. Тот уже до дыры изрочен, блядь, весь. Надо сегодня новиночки, новиночки. Давай, да, которые типа длинные, да? Да, где он находится? Только я не помню. Сейчас скажу тебе. Ты позапомнил, что? Подожди, Арболода. Нет, это не оно. Мультитоннель, это не он? Нет, это который. Подожди, а где он примерно хотя бы сверху, снизу? Лос Кампос? Нет, это Лос Кампос, это Лос Сантос. Это Лос Сантос, это классика. Так, я, пожалуй, стычок сделаю, стык. Собственно говоря, где он реально находится, я не понимаю. Не мультитоннель случайно? Какой мультитоннель? По-моему, нет. Подожди, он в любом случае у меня он должен быть пройденным, а у меня не так много пройденного. Да, я ищу. А как-то можно отфильтровать? Бля, подожди, вот это не он? Пунта Норта, нет, это не оно. Блять, а где он реально? Подожди, я даже примерно не помню. Помнишь, он какое-то экзотическое местечко такое? Нет, это не он. Это тоже он где-то он тут, где-то он. Не, ну пиздец, надо было так, а? Не, ну надо было. Новое, да. Новое. Блять, а где он? Даже новое. У меня все новое. Это да. Что? Нашел? Это холмы, какие-то холмы. По-моему, где-то сверху, нет? Подожди. Ну вот он где-то в таком месте. Пропасть, нет, это наш. Он такой, да, там какие-то джунгли, бля, ебаные. И что делать? Что, не нашли? Подожди, это не он. Это Лос Кампос. Подожди, а где он реально? Восточное побережье, это он? Нет. Я не знаю, у меня не так много, причем пройдено дрифта, я не могу найти его. Не, ну вроде это не он, я тут слишком прямой. Это не в левой части должно быть, это должно быть либо справа, либо где-то сверху, мне кажется. Блять, сейчас бы искать, проще было на серию. Быстрее, да, открыть. Друзья, сейчас одну секундочку. Так, ну что, нашли мы, водохранилище называется, и, собственно, я телепортирую. А направо или налево? Туда. А, по-моему, слева от этого по карте. Мы тут стартовали, вроде как. Сейчас ты появишься. Да, 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 именно тут. Так, ты сказал Chevrolet Camaro. Camaro, ты сказал BMW и Setta. Бля, если это и Setta, то будет прям, знаешь, как. Ну, это не SAMC, а самое же. А, понял. Двух раз. Я не знаю, кстати, да. Не было, мне кажется. Ты ебать! Было. Просто точечные вы, блядь, снайперан! Просто с АВП ебашим, да, нормально, блядь? Бля, ебать, это. Какой?
Ну, потому что покрытие мокрое, она прям по мокрому вообще не очень. Да что ты говоришь? А у меня, думаешь, прям все будет идеально. Так, подожди, это какой счет становится? Плюс 2? Это, подожди, плюс 2. 3-4. 3-4, 3-4, да. Ебануться, вот это да. Нет, реально такого не было, пацаны. Такого не было, по 2, по одному по-моему, вроде было. По 2 не было, охуеть. По 2 точно. Вот это, знаешь, вот оно, вот на расслабоне, потому что. Тогда у нас была борьба, а сейчас на расслабоне. Вот он угадывается легче. Ну чё, кто? BMWs это, ну, чё, могу я. Давай. Я тебе, наверное, дам это самое времечко, потому что там, если развернет. Блять, как. Да. А я, кстати, тебе что-то ебал, да? На Цешке ты ехал на этом холде, да. Пиздец. Так, ладно, я поехал. Так, такой тебе, необычный, как... конечно, необычный дрифт. Я могу сказать тебе одно, знаешь что? Ты намного увереннее стартанул и поехал. А, кстати, высохло, нормально? Ты что, блядь, сделал? В смысле, бля, резко просто высохло, бля, как ты поехал. Читы вырубай. Первый разворот. Понял. Нормально. Блять. Сейчас опять, вот знаешь, эта трасса кажется, что ты едешь просто, ну, типа, нормально. Но ее надо ехать охуенно, чтобы проехать прям заебись. Ну да. И как бы не надо расслабляться, вот у меня сейчас. Вот я не помню, сколько у нас было очков туда. Я тоже не помню. Ну там рекорд, наверное, который. Или мы еще катали. Мы еще катали больше. Ну только один раз. Но я тебе могу сказать, что у тебя, судя по следам, все намного лучше получается. Ну. Потому что и сета, сука, она читерская, реально. Тебе надо было ну, такая, это тут прям сложно. А что ты для рыбы-то не взял ее? Да что-то другое кое-что припасёк. Да, припасёк? Припасёк. Это имя? Васёк-припасёк. Тихо. Биба и Бубу. Второй раз развернула. Бля, ну у меня очень хуёво. Только нет, только не сбросить, только не сбросить. Пока. Нет. Бросил? Понял. Реально? Я мудак. Сколько? 248. Ну, у меня столько же примерно было, потому что у меня сейчас 282. Ну, пиздец. Типа, понял. Да, и такого тоже еще не было, кстати. Да? Или было? Да не было. Подожди, сегодня, то есть, получается, дерби, его не было ни разу. А сброс очков в дрифте, его не было ни разу. Серия будет называться, такого не было, МП4. Да, это потому что реально по факту, как бы, никакого кликбейта, все по факту. 4-4, получается. X5M? Очков-то было. А я не посмотрел даже, я не посмотрел 300 с чем-то. Я даже ну, хуй забил просто. Это лучше, чем было. Да? Ты, по-моему, 280. А я что-то вообще что-то не обратил. Я уже расслабился, почувствовался королем. Да, это. Сейчас будет пиздец. Потому что, ну, как бы, я не знаю, блядь. Ну, сейчас дерби решает все. Слышь, как 4-4. Как в реальной жизни, блядь, получается, дерби сейчас решает. Дерби решает, ну да. Ну что ж, а, ну готов ли ты... Подожди, а какой там выпал-то именно? Это вот это? Или что это? Хочешь, первый могу. Не-не, я готов. Готов? Давай, я тоже готов. Смотри! Так, подожди, вот это он, да? Вот это обычная строка для драка, по идее, надо брать. Вопрос хорош. Подожди, какой? По идее, да. А, ну все отлично, все хорошо. Наверное, для драка. А, готов слушать? Хотя, стоп, подожди, там же зима. Какая там нахуй зима? Где ты там зиму видишь? Я вообще зиму ни разу не видел в Forza Horizon 5. Ты о чем вообще речь? У тебя зима включена? Вначале не зима была? Чего, блядь? Тут нет никакой зимы. Ладно, тут зима в горах только здесь есть. Понял. Ну да, конечно, блядь. Угу. Я не видел зиму здесь ни разу, ты чё, пьяный? Там, когда меняется этот сезон, там такой лед на этом называется. Да, там прям бочком можно. Слушай, а шины какие ставить-то в итоге? Я думаю, драговые. Я буду драго с настройкой искать, скорее всего. Ну, я тоже. То есть ты не будешь там ралли, шины, вот это все? Не. Точно. Угу. Прям отвечаешь на пацана. Есть гуанг. Да, почему? А, масса-то нихуя. Дреговые. Масса, наверное, нужна. Хотя, блядь, я настрою сам. Наверное. Давай сами настроим и сделаем эти ралли покрышки. Ну, потому что они по факту решать должны. Ралли? Ну, там же покрытие, блядь. Ну, давай, хорошо, давай сами и ралли. А ты будешь слушать, если буду рассказывать или нет? Да. Блядь, ебать тут двигатели, чё? А я ебу, блядь, какой выбирать? Чего, блядь? Ну, ладно. Допустим, этот. А, я, наверное, прервусь. Давай все-таки послушай. Я вот тоже не буду тюнить в этот момент. Значит, смотри, машина интересная. Прям вот, ну, по-другому про нее, наверное, не скажешь. Честно, я видел такую машину, но, наверное, другого поколения. Ну, точнее, не наверное, а другого. У меня свежачок, последние 10 лет. А, угу. Значит, ну, я не знаю, видел ли ты какой-нибудь, не могу узнать реально. А, значит, Марк встречается, машина, ну, блин, для каждого дня такое, для каких-то, может быть,
Я даже не знаю, для чего она вообще на самом деле подходит. Как бы так сказануть, чтобы это... Интересно. Ну, в общем, ну, не, ну, при желании. Если, может, ты там живешь где-нибудь не в городе, такая типа подсказочка, да, то можно как бы и на каждый день, как бы, вот. Значит, есть буква... Ну, уж прости меня, но вынужден сказать. Буковку, наверное, блять, или какую? Да давай похуй. Наша любимая, буква R. Вот, значит, ну, не знаю, что. Ну, такая интересная, блядь. Такая хорошая. Интересная? Ну, блядь, я надеюсь, что она меня не подведет. Надеюсь очень сильно. А ты поколение... Поколение, по-моему, ну, есть. Да. А, ну, есть. Поколение есть? Да. И ты... Я Подожди, видел а какого года там вообще пошли? Последние 10 лет. А, последние 10 лет. Да. Тормоза поставил. И ты видел, типа, не новую? Новую не видел. Но у меня типа. Более старая ты видел. Ну да. Да. Ага. Так, подожди, не, вот эту нахуй не буду ставить. Это тоже нахуй не буду ставить. Ну, типа. Ну спроси что-нибудь еще, потому что у меня такие, как, наверное, смазанные подсказки, может, я не знаю. Ну, там, такие там. Смазанные. Смазанные, да? А, блядь, масса. Подожди, не, нахуй массу снижать. Не хочу массу снижать. Так, а тут вот не знаю, кстати, на разгон. А, вот так вот. Серийная трансмиссия, разгон 7.3. Ставлю, блядь, гоночную 3.2. Нормально? Угу. Ну, понятно. Ну, надеюсь, я это здесь правда. Ну, вот, подождите, хорошо. Типа, эта машина подходит, ну, больше степени на каждый день, правильно? Ну, если уж на то пошло, ну, больше... Ну, типа, для... Ну, в гонках его... За город. Давай в гонках, вот так вот скажу. Все. Давай. В гонках я ее не представляю. И ты тоже, я думаю. Ну, как бы, это прям сомнительная хуйня. Так, это вот эти же шины. Зимнюю резину сейчас поставлю. А в гонках по бездорожью, допустим, есть? Ну, блядь... Ну, нет. У меня проблема есть. Что такое? У меня нет для ралли покрышек. У меня для бездорожья есть. Ну, для меня, типа, этот, гоночный, который для... Ну, это твои проблемы. Ну, не, ну, в смысле? Меня это ебёт. Давай тогда ставить, который, типа, жестким протектором. Схуяли, блядь, если у меня есть они, я буду уже ставить, блядь, с жестким протектором, блядь. Так если у меня нет, ты сам сказал, давай поставим одинаковые. Я теперь у меня нету. Какой профиль у меня? Подожди, какая ширина? Чё, блядь? Короче. Что? Ладно, не ной, блядь. Чё ставить? Которые для бездорожья. Тогда, блядь, можно было просто драговую настройку поставить. Я только ради этого и делал, блядь. Так там тоже, типа... Ну, блядь, он... надо было машину выбирать, которая, значит, подходит для этого самого. Ясно, вот я прям заходил каждый раз, менял, смотрел... Давай, блядь, какие ставить? Хорошо, давай, чтобы одинаково было. Какие? Выбирай либо драговые, либо тогда оффроудные, самые жесткие, которые. А какие, как они называются? Ну, они, ты по рисунку не видишь, что ли? Ну, это гонка для бездорожья, правильно? Ну, для бездорожья называется. Блядь, я их поставил, что тебе надо-то, я не понимаю. Ты сказал для ралли, там еще для ралли садили. Ну, у меня нет тоже для ралли, блядь. Ну вот и все, так ты что меня тогда... Ну, пошел ты нахуй. Я совсем, блядь. Короче, пускай у тебя будет. Что там, блядь, ты можешь спросишь что-то, нет? Или тебе как бы, что? Ну, я не знаю. Ебать стиль. Нравится такая, ты себе купил бы прикол вообще? Да. По приколу? Ну да. Для проекта какого-нибудь? Да. Я такой раз. Пускай будет у тебя. Я между. А машина катается, да, в городе? Да. Марки. Да, да. А именно твоя, типа, редко можешь встретиться. Да. У меня либо Карада, либо этот, который самый новый, этот F450 Super Duty. Я не знаю, что выбрать. В смысле, Колорадо, не Карада. Ну, что ты Карада, блин, назвал, вот ну хорошо. Ой, пускай блядь. У тебя будет, наверное, все-таки F450, который новенький, 21-го года, по-моему, вроде. Который вот, огромный тип такой? Да, который пикап, вот этот у тебя, темка его. Я думаю, что у тебя, в принципе, наверное, он. Ну, окей, хорошо. Вот, так, что у меня по рейтингу получилось сейчас, посмотри, подожди. Ага, вот так вот. Ты, может, начнешь рассказывать? У меня есть, сейчас. Ебать, у меня аморальная хуйня получилась. Ну, так, наверное. Наверное. Тебе скажешь ширину колёс свои? Ну. Точно уверен? Ну. Или после того, как увидишь мою машину? Да пофиг. Я запомню. Короче,
Ну, вот, я выезжаю, да? Выезжаю? Давай, давай, рассказывай, да, я пока винничек делаю и рассказываю. Блядь, так, ну давай. Года... 10-е года. Марка катается. Сразу скажу, что, наверное, букву... Пусть будет вся буква... Д. Вот, буква Д. Марка катается. У меня заряженная. Я видел и заряженную, и незаряженную. Ты, я уверен, тоже видел заряженную, и незаряженную. Хотя заряженную, может, конечно, не видел. Но я думаю, что бывало в твоей жизни такое, что ты мог видеть заряженную. Угу. Просто я знаю, что я видел. Поколение. Вот. Поколение я... Есть поколение. А вот. Ты такой себе взял на каждый день? Да. Да, мне нравится. Так. Вот. Марк встречается? Да, встречается. Ну, типа чего? Я бы взял, наверное, скажу так, другое поколение. Нет. Блять, у меня сейчас есть одна мысль, но она, наверное, ебанутая, блядь. Даже эту машину можно встретить? Ну, типа не заряженную, да. Блять, нет, она не подходит. Я хотел сказать гелик почему-то, не знаю. Не заряженная. Буква Д. Подожди, а не заряженную мы могли видеть, да? А заряженную не могли. Не, ну про заряженную тоже видел. Ты, верно, тоже, наверное, видел. Так. Вы видели заряженную или нет? Да говорю, что я точно видел, ты, наверное, тоже видел заряженную. Не заряженную 100%. Так, буква Д? Да. Додж, ну, додж, типа, не так часто попадается. А тут час встречается вообще? Да, да. Значит, Форд. Если Форд, то это... Рейнджер. Блять, ну такое нахуй. Бронко, такое нахуй. Последние 10 лет, да, машина? 10 годов. 10 годов. Мерседес. Ну, X-класса нет заряженного. Ну это точно что-то большое ты приготовил. Так, блять, а что там еще на букву Д? Ну, не знаю, что-то большого, конечно. Что-то вообще пиздец, на самом деле, большой разброс. А тебе симпатизирует эта машина? Да, да, говорю. Немножко другое поколение. Постарше? Поновее. Поновее? Угу. Блять. У меня поколение есть. Заряженную мы не видели. То есть да, в смысле, я тебе говорю, видели заряженную. Ну, редко, видели. Типа, редкость, да? Редко. Но я думаю, что по-любому один хотя бы раз мы это увидели. Ну, то есть это условно не Ешка Мерседес. Ну, Мерседес вряд ли, короче, какой-то заряженный. Ну... Форд, ты не ебанутый брать какой-нибудь Мустан для не этого? Не уверен. Фольксваген. А! Ауди. Ауди. Последние, точнее, 10-е года, РС, которую... Понял, типа РС-ка нормальная, а Ешка... Ладно. Ну, резки, ну типа, блядь, не-не-не, подожди, а это Audi? Так, параметры с автомат. Другое поколение тебе симпатизирует. Поновее. RS4? RS5 тут есть или нет? Блядь, я не помню, сука. Блядь, сука, я не помню, тут есть старый RS5 или нет. Сука! Чё разворачивай-то? Блядь, ебать говно. Блядь, есть ли тут, сука, RS5, а, или нет? Это либо RS4, либо RS5. Почему не... Если это Audi, конечно, почему не постарше что-нибудь? Так 10-е года, RS5, она, скорее всего, была бы 2009 года. А RS4, это как раз-таки тут есть это... А типа RS6, RS7, поп, да? Не-не-не, хуйня. Почему? Мне просто вопрос, тебя почему? Ну, не знаю, мне кажется. Ну, потому что RS7... Ну, не знаю, мне кажется, RS6 та нравится, которая у меня была. А RS7 хуй знает. Не знаю, не верю. Короче, ладно. RS4, мне кажется, вот это, какой же это кузов? B7 получается? Короче, она как раз года 12-го, 13-го, скорее всего, 13-14. RS4. Audi RS4. Да. Хорошо. Без проблем, блять, так сказать. Если сейчас я лоханулся... Подожди, можно... Давай так, ты туда заезжай, а я залечу. Mm-hmm. Согласен, давай. Узнал? Согласен, счет узнал. Какой? 4-4? Да, как BMW. Ты назвал, что там, как он, блядь, я даже не помню. Ford Super Duty. Ты на меня только не телепортни, случайно. F450, который. Ага. А, да, еще, я заезжаю. Пытаюсь. Значит, а я сказал Audi RS4. Угу. Ну что ж. B7 какая-то, которая... Счет
4-4. Практически как мотор. Я могу так сказать, у меня машина 11 года. Значит, это раз 5. Если это раз 5, я, блядь, охуею. Но это не раз 4. Сука! Она здесь есть разве раз 5, блядь? У меня рестайлинговая машина. Значит, это не раз 5. Подожди, сука, что за хуйня? Стой, дай мне просто интересно, я понял, что не угадал уже, стоп. Рестайлинговая 11-й год, рестайлинговая машина у меня. Это не Audi, что ли, получается, вообще? RS6, RS7 старше, RS4 старше, RS5 младше. Рестайлинга здесь нет, RS5. Из Audi... RS3, что ли, блядь? Не знаю. 8V, или как она там? 7V, блядь. Блядь, 8P, блядь. Я тебя жду на центре. RS3, что ли, блядь, это ебаная, блядь. Которая реально не симпатичная, а та сим... Ну что, ты готов? Смотри, пожалуйста, в сторону прыжка. Давай, смотрю. Да я тебе вижу твой ник, нейм. А я не долечу, наверное. Что это? Это он, реально, что ли? Ебать. Что, не раз пять нет рестайлинга, да? Да ну нахуй! Так это дурец. В смысле, это рест? Ты чё? Это дорест! Рест. Да, блядь, подожди, блядь. Это дорест. Блядь, я думал 2009 года, блядь! Ну сука! Ты понимаешь, что ещё... Блядь, какой же мудак! Я думал, 2009 идёт. Даже не спорь со мной, это дорест, блядь. Алло, переднюю оптику посмотри, пожалуйста. Бля, какой мудак, я пиздец. Вот это обидная хуйня. Это очень обидная хуйня. Ебать. А, ну ладно, у нас 11 года пошло. Блядь, какой пиздец. Ты спалился, кстати, если что. Как? Про ширину колес, я сразу понял. Ну ладно. Да? Угу. Поэтому меня не заставило особо... Я вообще сейчас надумал, что F450 почему-то это сзади по два колеса на этом... Сколько там, по-моему, по 400 где-то около, да? Я уже забыл. 460, по-моему. Это получается сколько это? Это получается 5-4. 5-5. Почему? Потому что... Ты же угадал Audi. Ну не угадал же, какое именно. 6-5, счет, мы пользуемся сейчас. А, ну 6-5, хорошо. То есть мне нужно сейчас выиграть себя в дерби, чтобы была ничья. Выиграть, и потом опять ничья, да. Бля, встаем. Пиздец. Я предлагаю вот так вот прям. Почему я думал, что на 2009? Чтоб ты понимал, рест... Дорест... Дорест? Чё? RS5 дорест? Рест пошел с 11 года, Microsoft 11. Да мне похуй на рест, я говорю дорест, я знал, что здесь нет рестового RS5, я просто, ну, как бы, думал, что она здесь нумеруется 9-м годом. Пизда, вот это обидная хуйня. Чё, прям так? Ее, короче, можно сделать в этот, в опятую обычно, без... Бля, вот, ребят, ну это ошибка просто, которая, ну, типа, не на о... Вот, ну, блядь, ну... Ну, блядь! Да как мы будем пытаться-то? Я не знаю. Ну, это главное, чтобы это не было толкучкой. Ладно, 3, 2, 1, поехали, похуй, без правил. На, нахуй. Бля, давай. Подожди, стой, подожди, нахуй, это будет интересно. Давай, блядь, сука. Ну подожди ты. Подожди, это неплохо, кстати. Ебать, у меня масса. Понял. Вообще изи, как... Я ничего не понял, если честно. 3840 моя тачка весит. 3840. Давай там кучку прикол просто сейчас. Ты думаешь, на этом покрытии? Да, ну типа ты вообще не будешь сдвинуть. Я сейчас. А попробуй просто меня сдвинуть сейчас, вот я стою на тормозе. Что? Ебать имба! Это с ланча сейчас. И сейчас я смотри, я стартую. Без ланча. Ну понятно. Не, я сейчас не затолкал бы даже. Охуеть! Короче, понятно, надо брать прям какой-нибудь, знаешь, типа этого. Бля, ты прикинь, как я хуел, когда она выпала, я понял, что это самое то. Так, у нас ничья! Время обычных. 6-6. Да, у нас счет, 3 дисциплины, блядь, счет 6-6. Ебать, да хуя всего, а сегодня? Ебать. Чё, супер обычный? Обычный, я кручу. Не, мне жал. Ну ты если не хочешь колеса фортуны в ближайшее время, то будешь, конечно, хорошо, супер. Хорошо, обычный. Так, бабосики выпали, тебе сколько? Мне 175 тысяч, всё. И машина выпала. Да? Пиздат? Выпала? Выпала, да? Ага. А тебе? Да. Ты взял ее? Нет, меняю сейчас. Ебать. Почему? Блять, ну... Блять, я в итоге... У меня она была, я ее продал. А я не знаю, как сток посмотреть, сколько у меня. Она у меня не стоковая здесь. По-моему, я примерно помню. Сейчас, ну, чтобы точно надо цифра. Сейчас я найду в интернете. Давай просто, мне кажется, если мы сейчас видим машину, мы поймем. Да? Ну давай. Так, я сажусь с нее.
Я тоже сел уже. Сейчас. А, меня телепортнуло с этого. Я тоже. Ты где? Блядь, ну пиздец. Я охуел. Я еле сдержал свои эмоции, блядь. Блядь. Чего? Согласись, что это ебанутая серия? Ну, типа, вообще она охуенная. Ну, типа, просто угадали два раза. Ой, в смысле, назвали точную марку, модель каждый. Угу. А, ты как-то этот, блядь, Форд догадался? Ну, хорошо, может, я реально там спалился с этой шириной. А, подожди, стоп. Ебанутая дерби. Мы каждую модель угадали? Мы марку точно угадали сегодня. Каждый... Ебать. Подожди, так... Подожди, у тебя был Форд, я угадал, Форд назвал. Вроде бы. Да. Потом ты назвал... У меня Дождь был. Да. Потом... Дрифт у нас был, да? Да, ты сказал BMW и Сета, да, точно. Да, ты сказал точно Камара, и сейчас я сказал Форд, что... Ебать! Хуяся! Вот это охуенная серия. Бля, пацаны, я надеюсь, что, да, во-первых, камбэк, ну, типа, это просто пиздец какой-то. Во-вторых, это реально охуенная серия. Дерби, я, кстати, предлагаю, ну, практиковать все-таки. Ну, может быть, да. Может быть, ребята напишут, как можно доработать еще. Хотя мне кажется, что, в принципе, меня и так все устроило, если честно. Все было очень даже неплохо. Ну, и за три дисциплины счет 6-7. Как бы многовато. Да, это многовато. И еще и хуяра, блядь, Forza Edition выпало, пиздец, просто. Да. Ребят, ну как бы по классике там, как бы, чем больше лукасов, тем, собственно говоря, быстрее выйдет новая серия. Огромное спасибо всем за просмотр, оцениваете видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья. Пока-пока.